Всем привет! Сегодня я решила послушать Нуки, Слот, да, страна? Клоны из Слота, да. А вот, мы как-то один раз послушали давным-давно ее трек, но он у нас был забанен по авторским правам. Не знаю, как в этот раз удастся ли нам... Ну, то есть, я-то его послушаю. Ну, а вам, послушаете ли вы со мной или будет только нарезка, уже решать тем, кто нас забанит или нет. Итак, Нуки, страна, по просьбе трудящихся или отдыхающих, не знаю. Мы теперь по себе сами превратили затылки перед чужими глазами. Где-то там далеко за стеклом и заря дрогнули провода, пронеслись поезда, и больше нет никого дома. Сорняки на асфальте, недостроенные новостройки, за заросшей железной дорогой гаражи и помойки. Там теперь мне почему-то, когда девочка поет, всегда нравится. Какой-то этот самый матриархат. Что я не люблю, вот это вот опять наша такая чумазая действительность, которая немножко вот приукрашена. Ну, в смысле, она такая и есть, просто я не очень люблю, когда ее выпячивают. Она везде есть такие проблемы. Как хочется, знаете, более чистой музыки и более чистой картинки, вот как бы у меня. То есть по голосу все хорошо. Потом всегда отмечаю, если вы даже и поете, да, какой-нибудь там
ситуации, раскрывайте ее, культурно раскрывайте, не унижая там свою страну. Вот тут не было унижения. То есть тут как бы все наказано. Да, у нас такая страна, но она нас научила чему-то. Ведь это действительно так. Я вот тоже привожу примеры, как несколько лет назад где-то там в Болгарии или в Италии еще тонули корабли, теплоходики с туристами иностранными. И там туристов очень много погибших было. А мы в России, там, где были россияне, погибших было меньше. Потому что иностранцы сидели и ждали помощи, а россияне одевали на голову иностранцев круги и выпихивали их. То есть хочешь жить, умей вертеться. Ну да, была такая ситуация. Да, то есть это вот действительно так. В Италии была, я просто не помню. Ну я знаю, что в Болгарии была ситуация, и в Италии уж какая там, я уже теперь не помню. То есть у нас менталитет такой, у нас всю жизнь какие-то проблемы. И наш российский менталитет заключается в том, почему у нас не действуют законы. Потому что вот если посмотреть внимательно, то есть я опять там не хаю свою страну, а просто поясняю, почему так сложилось. То есть когда, если вот смотрите YouTube, да, и говорят, там нам не объясняют, как исполнять законы, нам объясняют, как его обойти. Вот посмотри, любое какое-то там в телевидении, в каком-то там Ютубе, то есть все время объясняют, как обойти закон. То есть вроде как бы поясняют, что закон, но из-под воли и везде объясняют, как его обойти. Это говорит о чем? Что мы очень находчивый народ, который всячески пытается, ну, то есть, так сказать, помочь себе в жизни хоть чем-то. И мы, то есть, не пропадем ни в одной ситуации просто потому, что наша противоречивая огромная страна нас такими воспитала. Вот. И вот ситуация с корабликами, да, то есть у нас не будет, не возникнет мысли, чтобы наш народ там сидеть и ждать помощи. Не от кого ждать помощи. Хочешь жить, умей вертеться и спасай себя сам. Вот поэтому нас удивляет, когда иностранцы сидят и ждут помощи. Вот это минус Европы плюс России. Вот. Но нас научила этому наша страна. И что, вот такая у нас страна. Вот такие плюсы есть у нас. Ну, тут есть было тут несколько минусов, которые мне не очень понравились. Но в целом, и голос хороший, и музыка хорошая, и вот видите, навеяло. Собственно, хорошая песенка, которую иногда полезно послушать. Всем пока!